Сегодня состоялся процесс во Фрунзенском районном суде по обвинению предпринимателя, сельхозпредпринимателя Елисеева Александра Андреевича и его супруги, индивидуального предпринимателя Елисеева Надежды Алексеевны. Значит, хочется обратить внимание на то, что процесс снова прошел, так сказать, в рабочем порядке, и мы видим, что второй процесс, где у нас приходят свидетели, допрашиваются и утверждают то, что данные показания они следователю не давали. То есть следствие у нас занималось на протяжении длительного времени, я так понимаю, подтасовкой фактов и фальсификацией доказательств, в частности, в отношении моего подзащитного Елисеева Александра Андреевича. Вот. Ему вменяется вместе с супругой в том, что он незаконно получил субсидии за дождевальные машины, которые фактически были установлены на его полях в количестве 1 штук в 2013 году. Как мы понимаем, с 2013 года установить новые они или не новые данные дождевальной машины практически невозможно, ни одна экспертиза не возьмется, так как они в употреблении находились уже 5 лет, находится в употреблении, орошают поля. Но, однако, имеются факты того, что урожайность на этих полях в 2012 году была одна, а в 2013 году она выросла уже в 6 раз. Однако данные факты следствия у нас игнорируются. Кроме того, хочется обратить внимание на то, что в 2013 году данные дождевальные машины были обследованы специалистом, у которого имеется лицензия, они аккредитованы в банке Россельхозбанке, куда было, эти дождевальные машины были предоставлены в качестве залогового имущества. И оценка данных дождевальных машин была всего лишь навсего ниже на 5% от закупочной, то есть то, что закупили в начале 2013 года. Однако следствием данный факт также не проверяется и не устанавливается. Просто игнорируется.